Так часто случается, что, потеряв управление на лесной дороге, машина скатывается в кювет. Многие думают, что невозможно выбраться из данной западни, такой как сугроб. Сегодня мы докажем, что мы можем обойтись без эвакуатора при помощи топора и лопаты. Делаем следующим образом. Включаем первую передачу и проезжаем чуть-чуть вперед. Затем сразу же заднюю и назад. Вперед, назад. Вот таким образом, раскачиваясь, вы можете себе помочь. Но в данном случае мы увязли слишком глубоко, и данный способ нам не поможет. Тем более, что колесо летнее. На всякий случай всегда возите с собой в багажнике лопату. Случаи бывают разные, и она вам обязательно пригодится. Короткая, удобная, хорошая лопата. Нам нужно каким-то образом увеличить сцепление колеса с поверхностью. И для этого нам как раз пригодится топор. Сейчас наша задача найти где-то сухих веток от каких-то деревьев, для того, чтобы нарубить из них брусков и подложить под колесо. Ну что ж я могу сказать, проще поджечь ветки таким образом, чем выехать из этой ямы. Поэтому придется рубить стоптанный снег топором для того, чтобы выбраться. Есть в каждом автомобиле автомобильный коврик. И вот на это проблемное место, где у нас образовалась наледь от нагретого колеса, мы попробуем положить коврик. Берите на заметку, вот этот способ нам точно поможет. Топор, лопата и автомобильный коврик. Все, что вам понадобится, если вы хотите выбраться из сугроба. Ну и самое главное, включайте голову и не паникуйте в таких вот экстремальных ситуациях.